Пацаки, кто приезжает ко мне на подбор, я всегда заезжаю, беру вот этот вариант, либо вот этот вариант. Но если их нету, то на крайняк я беру вот этот. Оно чуть, конечно, не то, оно чуть не то. Но тем не менее, мы будем кататься нормально. Мы будем кататься нормально, подбирать на хороших, достойных вариантах, ребята. Потому что, ну, на крайняк вот еще есть вариант. Но это уже прям вообще, если нету, то я беру вот этот вот вариант. Смотрите, 5990. Ой, хорошенький вообще. А вот это что у нас, а? Малышечка ты моя, просто сочная. Стоит такая одинокая. 36 тысяч, да? Стоит и ждет. Ну, ее заберут, сука. Варианты пиздец. Вот это к этому надо стремиться, пацаны. Вот к этому надо стремиться. А не рассматривать варианты. Ой, зеленый. Слышь, ну в этом цвете она достойно смотрится. Смотри. Ну? Ты шо, пушка? Бля, это я в ней, сука, жить буду. Я в ней жить буду и выходить с нее не буду, прикинь. Да ладно, слушай, я не фанатею от машин. Да, ну они классные, спору нет, круто все. Но не настолько, блядь, фанатеть, чтобы с нее не вылазить, пацаны, по 60 тысяч. Кто-то сейчас скажет, да я две квартиры куплю, ебать. Ну покупай, что делать, покупай. А кто-то возьмет машинку и будет наслаждаться. Через Джанчика подберет вот такой сладкий вариант, да? Нормально? Нормально, охуенно. Вообще пушка. Так, еще врываемся на какие-то варианты. Вот тут есть площадочка, вон я вижу уже. Смотри. Сейчас посмотрим. Что-то. Может что-то путное есть, тут интересно. Ну сколько вот это стоит? Оно? Давай. Семерочку, пацаны. Семерочку. Ну на крайняк можно взять вот такую шкарлупу за 3700.